осталось оранжевый, синий. И нам осталось, друзья, красный и фиолетовый. Есть! Ребята, вообще, как я круг! Ну вы, ребята, страшные, конечно. Фу, она не хочет зеленая. А кто ее спрашивает? Авария! Смотри, машина проезжает мимо! Чудом, друзья, голубенький человечек остался в живых. Вот. Лера, я не там натянул. Нет! Его сбили! Это все из-за меня! Папа! Не-не-не, отбегай ее! Лера, посмотрите, Лера тоже дива, у нее целый паровоз из косметики. Ну, сможет ли она добраться до конца? Поддержим Валеришку. А ты сможешь подписаться и поставить лайк за 3 секунды? 1, 2, 3. Молодец, спасибо, ты настоящий искатель приключений. Папа, ты что, невеста? Да, ребята, всем привет, вы на Валеришка Плей. Друзья, я здесь играю, смотрите, за какую невесту или это девочка. А, ребята, нет, мы должны выполнить задание, которое у нас сверху. И сделать точь-в-точь такое же платье, как у нас наша цель справа наверху. Не, у меня ничего-то не получилось. Провал, я неправильно сделал. А ну, Лера, ты попробуешь? Да. Давай, у Валеришки больше лучше получается делать классные платья, потому что... Лера, тебе нужно его всю синим закрасить. Все. Ты, у тебя белый промежуток, Лера, у тебя не примет. Почти похоже. А что ты пропустил? А, во, молодец. Ребята, Лера классно справилась, у нее только маленькая полосочка. Да, победа, игра приняла. Да. Круто, теперь я. Давай, мне нужно сделать платье в какую-то звездочку. Цветочек. Итак, какой цветочек? Это звезда. А, это цветочек. Так. Разукрашиваем. А зачем я полотенце собираю? Вот именно, зачем? А, они за счет этого удлиняются. И мне больше, наверное, в конце дадут очков. Так, надо вторую половинку. Ай, чуть-чуть еще. Блин, да ё-моё, вот это я нубик. Все, получилось, наконец-то. Ну, и мне остались цветочки. И я их нашел. Собираем все кристальчики. Ребята, вы напишите, мы нуб, про или читер, да, в этой игре. И какая эволюция тебе сегодня понравится больше. Обязательно напиши нам. Поехали! Победа! Да. Ну что, Лера, давай! В Америке! Флаг США! Смоешь? А интересно, а как ты звезды поставишь только в верхней части платья? Понять. Вот это, блин, прикол! А зачем ты все белое делаешь? А, ну чтобы сделать красное! Да. Логично, друзья! Так, вот красные полосы, как раз то, что тебе нужно! Супер! И вон, смотри, звезда! Оп! Ну, такое себе! Аж 2 раза, смотри, у тебя получилось. Интересно, игра примет такой кривовастый флаг Америки? Да. Приняла! Да, ребята, круто! Валеришка справилась. Ой. Мне нужно сделать радугу. Так, под лезвие попадать мы не можем, потому что наше платье моментально отрежется. У кого сегодня самая красивая юбка получилась? Так, радуга получается только желтый, зеленый. Вон красный, оранжевый, синий. И нам осталось, друзья, красный и фиолетовый. Есть! Ребята, вообще, как я круто прям прошел. Красота какая получается. Ну и что? Радуга. Получится? Да, я поднимаюсь на пьедестал. Я такая красивая, смотрите, какая мадама. Я супер просто. Оп. Лера, давай. Бабочки. У тебя бабочки, смотрите, какие красотульные, так, на голубом фоне. Вот так, тут. Левым, теперь левым краем пройди. Вот этим. И чуть-чуть вот еще этим справа докрась. Ой, отлично. И еще. У Леры суперово получается. Смотри, под лезвие не попадай. Так. Друзья, так, бабочки. Бабочки. И теперь их нужно разукрасить. Вот такие. Только не в цветочки. Нет, нет. Вот, одни крылышки разукрасила. И вторые. И вторые крылышки. Обалдеть! Ух! Какое красивое платье у Валеришки. Друзья, поддержите нас лайком, досмотрите, да, до конца. Сегодня очень много крутых эволюций. Итак, друзья, левел так, 1. Папа, давай. Что нужно сделать? Это... А, мне нужно натягивать резинку. Видимо, чтобы предотвратить и не сбили пешеходика. Машина едет, но я же притянул резинку. Ага, спасли его, он друзья. Такой, он такой, что? При помощи он резинки. Такой, о май гад. И это такой, он такой, фу. Так, натянули тут резинку. Интересно, зачем я там натянул? Вот Лера, это... я не там натянул. Нет, его сбили. Это все из-за меня. Папа. Я не там натянул резинку. Фейл. Фейл. Так, ладно, я понял, друзья. Всем, я думаю, смысл игры ясен, поэтому пробуем натягивать правильно теперь. Вот так. И, я думаю, должно хватить. Опа. Нет, все равно сбивает. А ну, Лера, ты попробуй. Так, ладно, так. Лера, давай внимательнее. Я думаю, тебе нужно натянуть 2 резинки. И у тебя, кстати, количество, вот тебе даже игра подсказывает. Да, а ну, вторую. И у тебя, кстати, еще осталось 10 метров резинки. Нет. А, на эту не хватает. Друзья, у нас наверху количество. Нет. Есть.
спасла человечика. Да. Так, теперь давай, я. Папа. Аж двое идут. Натягиваем крест на крест. Так, я думаю, будет надежнее. И должно хватить. Да. Машина должна... Ого! Там бетономешалка целая неслась. Видела, на какой скорости? Водитель, наверное, педаль газа... Вот так вот... С тормозом перепутал педаль газа. Так, поехали. Лера, давай. Так. Крест-накрест, соединяй. Крест-накрест всегда надежнее. Натягивание и натягивание. Вот, супер. Всё. Супер, вообще, наверное, целая электричка сейчас будет ехать. Так, экстра. А, это тебе предложили экстра. Ого. Ого. На какую скорость? Ого. Авария, смотри, машина проезжает мимо. Чудом, друзья, голубенький человечек остался в живых. Вот это, блин, ДТП. Вообще. Так, ребята, сейчас мы будем переезжать с вами железнодорожный переезд. Это труба. Электричка несется на дикой скорости, а на переходе застрял грузовик. Нам нужно его спасти, иначе погибнут люди. Он, наверное, везет Кока-Колу или, может быть, бургеры в Макдональдс. Так, натягиваем цепи. Должно хватить. Ребята, мне нужно сдержать поезд, летящий на полном ходу, чтобы он не сбил грузовик с Кока-Колой. Чтобы водитель остался в живых. Я больше никуда не могу дотянуть, нет, да? Не мне ни на что не хватает, друзья. Так, ну что, цепи, справитесь. Гача! Да! Еле сдержали. Видели, да, ребята? Он пробил почти все цепи. Лера, давай, теперь тебе так, нужно удержать. Что, на мосту удержать или что вообще? А, смотрите, друзья, рельсы сломаны. Тебе нужно спасти поезд? Наверное, да. Наверное, мост сломан. И сейчас поезд наш будет проваливаться в пропасть. Так, проехал. Спасла его. Да. Друзья, мы удержали мост на цепях. Так, давай, папа. Так, теперь я. Крепим, 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 крепим. Все, со всех сторон прикрепили. Ну что, и сделаем подвесной мост. Проезжай, электричка. А-а-а! Блин, падает. Пух, проехала. И мне с вами дали конфетку. Так, Лера, давай, там кто-то, о май гад. О май гад. Моста нету. Блин. Ребята, сейчас весь состав попадает вниз. Лера, давай, натягивай веревочки. Интересно, как это поможет. Лера, мне кажется, ты мало натянула. Лера, их не хватит. Лера, поезд сейчас пойдет под откос. Нет, сдержался. Нет, упал. Все-таки провалился в пропасть. Нет. Прошел? Лера прошла. Так, а ну-ка, что, как теперь мы можем, что давай, теперь можно папа взять? Ага, блоки. А ну, мне что нужно, на двух тракторах их утащить с дороги? Кто-то кирпичей по дороге вот это пана раскидал, и машинка проехала. Вот это мы, друзья, Чип и Дейл спешат на помощь. Помощники еще те. Так, Лера, давай. Эта игра называется «Сделай какой-нибудь там красивенький мейкап». Здесь ты собираешь кисточки, с помощью которой и помадки, которыми ты будешь разукрашивать вот этих всех в конце страшно ужасных девочек. Посмотри, какая у тебя. Какая тебе более симпатичная? Слушай, Лера, ты прям из нее красавицу сделала. А ты можешь выбирать, кого ты делаешь? Или ты всех подряд делаешь? Я всех подряд. Получается, делаю всех подряд, но Лере хватило давай, только папа на две. Теперь моя очередь. Так, я ни разу не ошибусь. Ай, блин, я потерял половину кисточек. Помадку берем. Слушай, давай зеленым, будем делать зомбатский макияж. Это прям зеленое болото. Так, Шанель. Берем с вами, собираем. Блин, одну кисточку потерял. Ну вы, ребята, страшные, конечно. Фу, она не хочет зеленое. А кто ее спрашивает? А, у нас какой-то радиации, друзья. Видели, да, у нас там значки были. Так, так Лера, давай, разукрашивай, наноси макияж. Коричневый лучше не советую. Захотела коричневый. Ну ладно. Я думаю, смотри, там какой-то отрава, отрава! Не надо было! Они сейчас будут фыркать! Друзья, капец, что сейчас будет. Лера, и все равно она у тебя осталась. Итак, нет! Она недовольна, она выплевывает ее. Ну, на кого еще хватит? Еще на двоих. Перфект, неплохо. Так, теперь моя очередь. Ого, это тушь для ресниц, ладно, берем помаду. Так, Шанель номер 5. Берем еще кисточки. Dior. Так, берем еще кисточки. Poison оббегаем. Шоколадную нутеллу оббегаем. Там тараканы какие-то плавают. Розовую берем. На тебе, красотульная. Все. Так, одну спасли, одну накрасили. И, друзья, сколько теперь мне удастся накрасить? Так, раз. Это требует 4, это требует очень много. Так, выбирать нужно ту, которая, возле которой меньшая цифра, я так понял. Лера, так, давай. Так, теперь я. Так, давай, ага. Лера, соберись. Лера, соберись. Мама. Лера, друзья, открывается наш салон красоты. Так. Уже, вернее, открылся. Так. Если хотите, приходите, подписывайтесь на канал. Будете самыми красивыми, муа, да, как конфета. Да. Так, Dior, конечно. И всегда молодыми.
Так, ребята. Покрасить. Розовые. Вот это лучше не надо. Ты думаешь, это не, да, не отрава? Нет. Прикольно. Ой, сделала из нее, ребята, My Little Pony. И сколько ты сможешь? Почти до конца. Perfect, умножить на 8. Крутяк. Так, так давай, теперь папа. Я. Девочка с веснушками, ну тебя в баню. Ты у меня только позабираешь мои кисточки. Так, Шанель номер 5. И аж 4. Не, нафиг. Вот это. Берем лучше тушь. Ребята, кисточки, туши, туши, кисточки, Dior. Кристиан Диор, какахи с мухами нам не нужны, кисточки, так, это оранжевая красочка, я уже дива, ребята, посмотрите, у меня уровень дива, я крутой читер. Давай. В макияже, ребята, мой салон красоты процветает, я дойду до конца, как ты считаешь, почти, почти. Ну очень так, много, теперь я. Лера, давай. Так, розовенькая. Розовенькая. Так, девушку тебе не буду делать. К девушке не ходи. Так, я хочу она, помаду она слишком страшная для нашего вот салона эту красоты. Вот хочу взять. Тушь хочу взять. Ребята, если девочка для нашего салона красоты слишком страшная, мы ее обслуживать не решаемся. Потому что нам же только хуже будет. Так. Так вот. Шанель. Не-не-не, отбегай ее. Нафиг. Лера, посмотрите, Лера тоже дива, у нее целый паровоз из косметики. Ну, сможет ли она добраться до конца? Поддержим Валеришку. Да! Почти! Лера только последнюю девочку веснущатую не накрасила. Да. Но ей бы это все равно не помогло. Друзья, поддержите лайком эту серию. Какая эволюция вам понравилась больше? Напишите нам. Смотрите все видео на Макс, на Сим, на Плей, на Геймс. Конечно же, на Фэмили. Ссылочки на все наши 5 каналов в описании. Мы вас очень любим, стараемся для вас. Всем пока-пока. Жмите на следующее видео. Ждем вас там. Пока.